На 64-м заседании Совета депутатов городского округа Щелково был принят ряд важных решений. Они касались вопросов благоустройства, санитарной очистки территорий, борьбы с борщевиком Сосновского, передачи движимого имущества в собственность городского округа. Большинством голосов депутаты поддержали кандидатуру Евгения Моисеева на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Щелково. Почетной грамотой Совета депутатов в этом году наградят предприятие «Агрохим», которое в августе отметит свою годовщину – 25-летие. По окончанию заседания депутат Московской областной думы Николай Черкасов представил отчет о результатах своей деятельности за 2022 год. Сегодня за ним закреплено 5 городских округов. Всего в регионе 60 муниципальных образований. Все они неоднородны по структуре, доходам, экономическим и другим показателям. В этом и заключается специфика законодательной работы. Наша задача Московской областной думы, насколько это возможно, уравнять и создать более-менее равные условия, приемлемые для реализации потенциала каждой территории. Николай Черкасов призвал депутатов к активному сотрудничеству, подчеркнул важность взаимодействия между всеми уровнями власти, так как напрямую с жителями общается и выявляет проблемы на местах именно депутаты, народные избранники. Доносить потребности и интересы населения выше и выступать с инициативами – такая их работа. Работу Щелковского совета депутат областной думы оценил высоко. Сам подход к организации совета, работы Совета депутатов мне очень понравился, очень такой детальный, скрупулезный, и я сегодня не видел равнодушных в зале. Все депутаты, первое, в теме, что называется, они уже знакомы с этими документами, но при этом равнодушия не было. То есть людям не безразлично, что стоит за судьбой этих документов и как это скажется на наших избирателях. Вот это прежде всего. Депутаты окружного совета, в свою очередь, поблагодарили Николая Черкасова за интересный отчет. В ходе каждой такой встречи не только представляется подробный доклад о проделанной работе за год, но и собираются предложения, которые повышают качество жизни в городском округе. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.